Сотні бронемашин, вертольоти та парашутисти. В 70 кілометрах від українського кордону тривають спільні російсько-білоруські навчання «Слов'янське братство» за участю псковських десантників. Це той самий підрозділ, чиїх бійців брали в полон українські військові на Донбасі. За легендою маневрів, їх ворог захопив єдине джерело води регіону. А ті вчаться форсувати річки та десантуватися, щоб взяти під контроль цей водний вузол. Натяк зрозумілий. Загарбаний Крим і військові бази окупантів повільно вмиратимуть без дніпровської води. За 6 років війни Росія намагалася підкупити українську владу та маніпулювати дипломатичними процедурами. Зараз розглядає можливість силою захопити Кримський канал, кажуть у розвідці. А позиція України незмінна. Воду отримає тільки вільний український Крим. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ну вот какие комплексные учения и место символичное, и тема учения. Роман, комментируй, что там русские говорят в своих безумных спичах на своих телешоу и прочих. Ну, во-первых, у них там несколько таких сценариев, и один из них, кроме вот который мы только что услышали, это борьба за воду, они еще занимаются блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований, которые захватили власть на какой-то территории, ну, в данном случае Республики Беларусь. Это, я так понимаю, как раз привет и партизанам, и Тихановской, и всем остальным. Поэтому в данном случае, как мне кажется, вот, смотря на ситуацию с точки зрения Киевских холмов, вопрос один и очень простой. После так называемой инаугурации, так называемой продолжающей действовать президент Лукашенко, он обеспечит то, что было предыдущие 6 лет, или нет? Или теперь история про то, что Беларусь, будучи ближайшим военным союзником Российской Федерации, тем не менее сохраняла, ну, скажем там, какое-то неучастие, вопрос, остается ли гарантия того, что белорусские или российские танки не войдут на территорию Украины? Как я вот недавно слушал прекрасный спич Владимира Жириновского, кто-то называет его дурачком и там, каким-то экстравагантным человеком, но вещи, которые он озвучивает, они очень часто сбываются, и вряд ли он об этом говорит просто так. И прямым текстом нам говорят о том, что нужно отправить белорусов, чтобы таким образом как бы он доказал Лукашенко не то преданность, не то еще что-то Путину. Ну и, естественно, кого будут белорусы преследовать? Правильно, они будут преследовать незаконные вооруженные формирования, которые вторглись в Беларусь. Угу. При этом он тут же добавляет, что понятно, что никто вторгаться в Беларусь не будет. А в этой группе, которая будет их преследовать и зайдет в Сумскую, Черниговскую область, конечно же, будут россияне. То есть методы, я не знаю, возможно, это какая-то секретная страничка российского плана нападения на Украину, которую дали почитать Жириновскому, он все проболтал. Но методы, которые предлагают, которые они обсуждают публично, это же все уже было. И вот это, мне кажется, самое главное. И тут вопрос стоит, опять же, уже следующий, как на это реагировать. И, как мне кажется, это только искать помощи и поддержку у западных союзников. И главное, продолжать интеграцию в НАТО. Потому что, опять же, вот эти вот товарищи, которые обслуживают кума Путина в Украине, они почему-то все сейчас очень при виде, вот, соответственно, украино-натовских учений, почему-то все возбудились и орут, что вот нам не надо в НАТО, потому что, я не знаю, там дальше приводятся самые безумные версии, но практика и жизнь показала, что нас напали как раз, когда мы были не членом этого альянса. И тот же Жириновский, кстати, он говорит, что да, можно заходить и в Черниговскую, и в Сумскую область. Почему? Потому что Украина не член НАТО.